Уважаемый Александр Григорьевич, мы видим, как вы серьезно относитесь ко всем вопросам, которые связаны с борьбой с коронавирусом. Скажите, пожалуйста, что у нас планируется для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой в борьбе за наше здоровье? Главное – сохранить врача и обеспечить ему защиту, начиная от маски и заканчивая там очками, респираторами, ну, все, что необходимо. Поэтому в этом отношении у нас на данный момент ни по лекарствам, ни по другим вопросам нет проблем. Поэтому за врачей не переживайте. Вчера я подписал указ, мы им очень серьезные доплаты обеспечим. Вы спрашиваете, чем мы можем помочь. Вот ваша помощь здесь. Работайте, делайте свое дело, продавайте продукцию. И там, где можно поберечься, берегите себя.